Здравствуйте. Сегодня я хочу вам рассказать вообще о мэрах городов Украины. Вот сейчас произошла недавно ситуация с Трухановым. Постоянно в прессе освещаются разные дела Кличко, про Филатова куча информации. И на стримах, и в комментариях под видео мне постоянно задают кучу вопросов. А вот этот мэр как тебе? А вот этот мэр как тебе? Я вижу просто люди, ну большинство, 99%, может 95%, совершенно не понимают, как это работает. Сейчас я вам хочу рассказать об этом. Вот смотрите, сколько было информации задолго до начала полномасштабной войны о том, что у Труханова и русский паспорт, и кругом коррупция. Сколько было разных моментов с Кличко. Что вытворял Филатов в Днепре. Про этого Терехова в Харькове. Постоянно эта информация всплывает. Там и у Садового во Львове была своя история. Вот последний случай. Труханов был задержан, арестован, потом выпущен под залог. Кличко приехал брать его на поруки, был готов. В общем-то, все взбудоражились. Что на самом деле за этим стоит? Вы должны понимать, не живите в иллюзии, что какой-либо мэр города в Украине, неважно, областной центр, районный центр, ну, давайте села не брать, 99% мэров городов от мелких до областных центров, никто из них не занимается своим городом. Они сейчас делятся только на... с какими-то там сепаратистскими наклонностями или без сепаратистских наклонностей. То есть, кто-то готов был вешать триколор в начале войны, когда ему, конечно же, звонили, но западного региона Украины это не касается, а там, вы поняли где, звонили, вот тебе столько-то миллионов долларов, без боя, триколор вешаем, твое имущество не трогаем, ты продолжаешь быть мэром или там главой военной администрации, и поехали дальше. Я уже рассказывал, что огромное количество мэров были готовы это делать. Просто им планы все попутал Зеленский тем, что сказал, что будем сражаться до конца. Что получается? Во время войны вот Труханова арестовывают. Представляете, это где просто такое кому рассказать, что во время войны мэра арестовали в там, подозрениях про коррупцию. Кличко отбивается как может, у меня уже кучу раз поступала информация, что у него готовятся обыски проводить. Эти все мэры, вот я не договорил, эти все мэры, они что делают? Я без фамилий. Я говорю, 99% мэров в Украине. Есть город, есть налоги, которые город собирает. Какая-никакая произошла децентрализация. Деньги просто громадные, колоссальные. Город делает закупки, ну, закупки товаров, услуг, тендеры. Постоянно идут тендеры. Суммы просто, ну, в голове сложно вам такие будет представить. И эти тендеры, пишутся так условия, настраиваются там программы, отдаются под свои фирмы. Я буду это называть под фирмы своей банды. Эта банда берет бюджет, если какая-то услуга стоит столько-то гривен, накидывается 20-30, иногда 50% или там товар дороже, чем это стоит на самом деле. Да, эта услуга оказывается кое-как, ну по-разному. Товар этот продается городу, но дороже, чем это стоит на самом деле. Разница, как вы понимаете, делится. Вот только этим озабочены практически все мэры в Украине. Вы не думайте, что там кто-то сидит в кабинете, думает о городе, какой-то генплан, какая-то перспектива, о своих жителях. Такого абсолютно нету. Если делаются дороги, то делаются для того, чтобы украсть деньги. И желательно ремонтировать дорогу по 2-3 раза в году. Два раза капитально, еще иногда какие-то латки там сделать. Все. Вот так это работает. Нужно сделать, чтобы это было красиво, потом, чтобы оно сломалось, еще раз нужно починить, еще что-нибудь сделать. Да, иногда простреливают отдельные проекты. Это делается для пиара. Там воруются деньги, это делается для пиара. Какой-нибудь мост, вы понимаете, о чем я. Про Труханова эти слухи ходили. Не то, что слухи, там журналисты показывали человека российский паспорт. Про этого Вилкула в Кривом Роге, не знаю уже, там метки негде на нем ставить. Ничего, все нормально, война, люди, которые всю жизнь были замешаны так или иначе где-то с русским миром, по информации из прессы, конечно, они продолжают быть у руля. Вы что-то хорошее можете ждать от таких людей? Я лично нет. Почему сейчас Зеленский не делает никаких резких движений? Ну, во-первых, это нужно все доказывать, во-вторых, чтобы приехала спецгруппа СБУ, арестовала мэра во время войны, в преддверии контрнаступления, ну это как бы опасно и чревато. Я думаю, это единственная причина, по которой не происходят там довольно-таки серьезные вещи. Скорее всего, это будет начинаться после войны. Но если вы смотрели мое предыдущее видео с инсайдом о том, что реально в Украине могут быть выборы этой осенью и следующей весной, причем не одни выборы, а и президентские, и парламентские вместе, то вы понимаете, что в преддверии таких выборов, как только все будут понимать, что они состоятся, а это случится после того, как мы будем понимать, что на фронте на самом деле, что будут какие-то договоренности про мирные переговоры, эти все мэры сразу полезут торговаться.
Вот вам Филатов когда-то, если вы помните, значит, Порошенко на Корбана там БТР и вертолеты прислал в Днепр, чтобы его арестовать, в тюрьму посадить. Кое-как отбились. Филатов якобы делал вид, что сражался. Проходит какое-то время, какое-то мероприятие Порошенко или Европейской солидарности. Филатов выходит и на полном серьезе со сцены в микрофон говорит: «Да ни один садик, ни один трамвай в этой стране не ездит без Петра Алексеевича Порошенко». Совершенно несправедливо не признавать того, что сегодня в каждом новом отремонтированном детском садике, в каждом новом километре дорог, в каждом новом троллейбусе есть частица заслуг Петра Алексеевича. Ну, человека, уважающего себя, я бы на такое никогда не пошел ни за какие деньги. Там у людей свои какие-то мерила, свои критерии, свой образ жизни, свое понимание жизни. То есть абсолютно, я сейчас даже не хочу там про фамилии говорить, что Кличко плохой, Филатов плохой или Труханов плохой. Какие фамилии вы не поставите в этой системе, завтра будет точно такое же. Вы не можете в сегодняшний день, ну может быть там в совсем маленьком городе, вы не можете прийти в средний городок, стать мэром и ничего не пилить. Потому что есть еще уровень области, есть губернатор, это всегда связано. То есть вы либо твинтик системы, либо часть системы, либо вас система выплевывает, вы уходите. И чтобы вы правильно понимали, там нет, как и в Верховной Раде, дурачков, которые, ой, не знают, как сделать, им нужны помощники, им нужны советники. Им нужны советники и помощники только по пиару. То есть, а как сделать вот так, чтобы меня здесь любили, здесь засветиться, а вот так, а вот эдак. Нам не надо помощники, а вот как это сделать лучше, а вот как это построить лучше. Они все прекрасно знают, как это делается. Поэтому, я думаю, будет близиться война к окончанию, начнутся торги, и, например, Филатов без проблем выйдет на сцену и скажет: «Вы знаете, все в этой стране происходило, происходит и будет происходить только благодаря Владимиру Александровичу Зеленскому. Про Петра вспоминать даже не будет. Только выберите Филатова мэром города». А «Украинская правда» с удовольствием потом у него возьмет, как недавно было, интервью, выставит на первую полосу. Очень умные вопросы там позадает журналист. И будем жить, как жили всегда. Тут еще есть какой важный момент. Понимаете, вот берем опять же Одессу. Вы помните, когда Труханов стал мэром, тогда был на местах там Саакашвили. Они нашли где-то, где они откопали. Помните, такой был персонаж Саша Боровик? Боже, рассказывали западные русскоязычные эксперты, так называемые. Ребята, помню посты в Фейсбуке, ребята, в Украину едет такой специалист, вы просто очумеете, одуреете, мега умный парень. Я думаю, да кто ж там такой едет в Украину? Саша Боровик. Приезжает Саша Боровик, дает одно, второе, пятое, десятое интервью, я понимаю, что пустышка. Во-первых, нет характера, во-вторых, ну просто ни о чем. Мне он напоминает такого типичного классического Соросенка. Интеллигентно выглядит, интеллигентный в принципе человек, хорошо образован. Но никакой идеи, никакой философии нет и близко. И вот, к сожалению, Саакашвили его выбрал. И на имени Саакашвили они там в ноздрю шли с Трухановым. Потом там этого Боровика физически выбросили, по-моему, с сессии горсовета. Он там сломал руку, по-моему, какой-то кошмар, позор происходил. Но люди выбрали реально Труханова. Мне не нравится Саша Боровик. Но выбирать между человеком Саакашвили, и вы знаете, я небольшой фанат Саакашвили, и между человеком, про которого вся пресса трубит, криминал, русский паспорт, это же одесситы сделали. А в Днепре Филатова кто выбрал? А я, киевлянин, никогда не голосовал за Кличко. Но его же выбрали киевляне. А киевляне — это, ну, мы так всегда считали, особые люди. Да, в Киеве никогда не победит, я когда-то это говорил, никогда не победит сельский человек с сельским юмором типа Притулы. Как бы он там ни подавался. Никогда не победит чужой, так как Корбан когда-то хотел, если вы помните. Более того, в Киеве никогда не проканает больше гречка или что-то подобное. В Киеве проканал чемпион мира по боксу Виталий Кличко. А какое, скажите, пожалуйста, это имеет отношение вообще к управлению городом Киевом? И когда я вспоминаю про Кличко, а многие там начинают сразу же почему-то сюда приплетать Черновецкого, что он был хуже, хотя он был в миллион раз лучше. Да, он сделал там ставку не на тех людей, так называемая молодая команда. Они его подставили, насколько я знаю, они уже сегодня, это позор, с днем рождения его не поздравляют, те люди, которых он мультимиллионерами сделал. Вот они натворили, всех собак повесили на Черновецкого, хотя он увеличил бюджет города Киева, если не ошибаюсь, с миллиарда до 5 миллиардов, потом там не было децентрализации, и у него центральная власть все эти бабки забрала, он не знал, что делать. Так вот, я к чему веду, у меня всегда перед глазами этот эпизод, вот напомню, посмотрите, пожалуйста, между Кличко и Черновецким. Виталий Владимирович,
Кличко. Запитання від фракції Володимира одноіменної фракції Віталія Володимировича Кличка. Прошу, сам керівник фракції. Вместо того, щоб представити план виходу із критичної ситуації, в якому оказався наш город, ми услышали новые идеи нашего мэра, находящегося 3 месяца на лечении. Так вот вопрос. Мы услышим план этого выхода нашего города из кризиса. Позвольте мне. И когда Леонид Черновецкий будет не виртуально, а реально руководить городом? Спасибо. Вот такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Дякую за запрос. Виталий Владимирович, большое вам спасибо за вопрос. Меня невозможно обидеть, потому что я большой поклонник вашего спорта, вы знаете, я всегда вам лично об этом говорил. Я вам скажу следующее. Ну, во-первых, вы гордость Киева и Украины. Я отношусь к вам с уважением и как к депутату, и как к спортсмену. Действительно, я слышу, если я бываю в других местах, не только в Киеве, о том, как вас уважают и любят. Мне приятно всегда с вами говорить. К большому сожалению, за 3 года моего пребывания на посту мэра мы встретились всего с вами 1 раз. И то, когда вам нужно было получить 2 гектара земли под ваш боксерский клуб. Это правда. Все вопросы, которые вы задаете, они млявые, они не похожи на героя, они похожи на человека, на человека кляузника. Вы красивый парень. Зачем вы, шановный коллега, вы я это пропоную... делаете? Просто стыд, позор. Шановник. Сейчас шановник. Я, позвольте. Шановник. Дальше я вам скажу. Дальше я вам скажу следующее. Вам нужен план. Это ложь с вашей стороны. У вас Борисполь была. Это чистая правда. Вы можете подать на меня в суд. Виталий Владимирович, я вас прошу, есть вопросы по сути? То, что вы были у меня 1 раз, это правда? Виталий Владимирович, за все время... Мы вас многократно в кабинете с фракцией, мы полностью разбирались, приглашал Виталий. Вас на фракцию. Да Виталий, что вы такое? Ну вы врете. Вы просто врете. Виталий Владимирович, и все. Я прошу. Я не по этой части. Я прошу. Я не по этой части. Виталий Владимирович, все. Слава... Спасибо, спасибо за вопрос. Я готов с вами публично подискутировать в присутствии телекамер по поводу плана. У вас никакого плана, кроме плана на бой очередной в боксе, не существует и никогда не было. Вы работаете и живете по планам боксерских боев и больше ничего. А то, что вы говорите, неправда. Я вам смотрю в глаза. И вы неубедительно говорите, как-то так уж тоскливо. Стыдно за вас. Не хочу. Спасибо. Спрашивайте конкретно. Мало того, я хочу всем сказать, плясать во время чумы и разыгрывать политические комедии не время, дорогой Виталий Владимирович. Не время. Я работаю сутками, где бы я ни находился. Дякую, и у меня к вам нет претензий никаких. Приходите и начнем говорить с вами, как мужчина с мужчиной, как депутат с мэром города Киева. Сейчас не время. И все, что вы говорите, вы что, не знаете о кризисе? Вы говорите о 2 миллиардах. Вы не знаете о том, что у нас изъяли из города 7,5 миллиардов гривен. А что вы сделали для того, чтобы их вернуть? Дякую, шановні колеги. Шановні колеги, я пропоную залишатися на засадах того, що емоція все-таки простите не повинна. Простите мене, я емоціональний чоловік, такий же, як і ви. Правда, я не в вашій весовій категорії. Шановні колеги, я это уточню, я у меня, от меня никто никакой земли никогда не получит, пока я живой. Да? Ни по договору, ни почему. Виталий Владимирович, я дам документы, и мы посмотрим с вами о том, каким вопросом вы ко мне обращались. Прямо в начале моего мэрства. Виталій, нас буде багато цікаво. Я їх подиму. Віталій Владимирович, давайте якось. Віталій Владимирович, я прошу вас займати своє. Я прошу вас займати своє місце. Я прошу не переводити дискусію із професійної, яка стосується безпосередньо інформації, яка сьогодні задавалася. Не ти.
я никогда для вас ты не был. И никогда с вами на ты, и не всегда, никогда с вами на ты не разговаривал. Виталий Владимирович, ну, пожалуйста. Виталий Владимирович. И в чем он здесь не прав? У Кличко никогда не было никакого плана, кроме плана на бой. Теперь он как бы неактивный спортсмен, он на пенсии. Но он прекрасно устроился в городе Киеве. Все идет замечательно. Есть у меня мысли, что дальше Кличко пойдет в президенты, а Владимир Кличко, даже говорить такое страшно, будет претендовать на пост мэра города Киева. Про Терехова два слова, раз он там у меня указан. Харьков, начало войны, жутко бомбят город рядом с Российской Федерацией, русскоязычный город. Я всегда считал, что там много ватного населения. Помните, как при Кернесе там качалась обстановка, уже все было на грани буквально, на грани. Тогда Коломойский позвонил Кернесу и спас ситуацию. Город выстоял, люди не сдавались. Но мне харьковчане, не один человек, и не 5, и не 10 рассказывали, что спустился он в метро, и начинал людям что рассказывать? Да сейчас, нужно демократично, толерантно. Это я делаю отсылку на то, что я рассказал, что в принципе звонок, много денег и возможно триколор на мэрии города. Это страшные вещи, я вам рассказываю. Поверьте, вот много ужаса произошло в Украине, но слава богу, что все хотя бы так. Я извиняюсь, так, наверное, нельзя говорить, но... А представьте, если в Харькове был повешен триколор, а если бы в Днепре? Ну, в Киеве не дали бы просто, и люди сами. А там вполне. Что бы тогда было? А Одесса? Мы бы сейчас вообще не об этом говорили, понимаете? Вот тогда Путин бы достиг настоящего успеха. Так он получил, слава богу, по зубам. Но город Харьков, например, полностью разрушен. И я не представляю, сколько его нужно восстанавливать. Это страшно. Опять же, если у вас есть вопросы, если вы считаете, что в чем-то не прав, или у вас есть информация, пожалуйста, пишите в комментариях. И, кстати, если вспоминать, как Филатов пришел вообще в кресло мэра города Днепра, ну, так это было благодаря Коломойскому полностью, целиком и полностью, когда Коломойский отстоял город, они там были тогда с Корбаном в его команде. Люди выбрали. Но когда человек в Facebook пишет пост, ну, я даже не хочу это обсуждать. Более лицемерного человека, конечно, себе, ну, сложно просто представить. Я в украинской политике, наверное, не знаю человека, который больше врет и лицемерит. Хотя там все они такие. Но в такой мере это, пожалуй, наверное, топ-лидер. Вот я надеюсь, я так коротко, но объяснил вам вообще, как это работает. Выбросьте себе из головы, что мэр сидит, я повторяюсь, что там все думает, решает, а как это сделать. Там в голове одни тендеры. Посмотрите в Днепре, сколько коррупционных скандалов. Днепр, Днепропетровская область. Миллиард гривен. Вдумайтесь, какие вообще это деньги. А это Украина. А воюем всем западным вооружением. Ничего своего нету, только люди, слава богу, свои остались. Все. Все восхищаются ПВО, публикации, красивые картинки. Дякую ПВО. Оно американское. Мы героический народ. Но невозможно в наше время воевать палками или руками. Это же не рукопашный бой. Ты не будешь рукопашный бой идти на войне, когда там куча вооружения. Да, не такого высокотехнологичного, но его очень много. Понимаете, что происходит? Если не сделаете выводы, я к вам, люди, обращаюсь. Поверьте, ну настанет мир, и выборы пройдут, и Верховную Раду, и президента выберем. Не знаю, этого или нового, дай бог нового. А потом и местные выборы настанут. Нужно за кого-то голосовать. И вам будут втюхивать новых героев, как Филатов в свое время, я только что говорил, во время Майдана, на волне Майдана стал мэром города Днепра. Сейчас будет волна войны, извиняюсь за каламбур, и новые герои будут в бюллетнях. И что, будете голосовать бездумно, не спрашивая идеологию, опять за лавочки. Сейчас они, знаете, что будут делать? Они сейчас будут рисовать эти, на проспектах, как они будут отстраивать города, какая инфраструктура. Но это все будет за западные деньги. У нас же как, знаете, там мэр там что-то сделал. Так он из бюджета это сделал. Он что, за свои это сделал? Почему мы должны за это все целовать руки? Почему нет такого в Америке? Здесь, в Майами-Бич, например, постоянно ремонтируется инфраструктура. По-серьезному, разрыты трубы, там дороги, все капитально делается, все продумано. Ну, понимаете, да, налоги такие, но местное самоуправление – это что-то невероятное. Как смотрят вообще, какой генплан есть. Вы ничего не сделаете, полный капитализм, но вы никогда не сделаете шаг влево-вправо от генплана. Вот оно задумано в капиталистической системе, тебе надо место под какой-то фудтрак, бери, а здесь кафе, а здесь можно дом построить только столько-то этажей, только в таком-то стиле. Нельзя тяп-ляп сделать, понимаете? Ты не можешь построить здание без паркинга, определенное количество, потому вообще нет проблем с парковкой, она в избытке.
Потому что страна делается для себя, чтобы здесь жить. Вот и все, для людей. И Украина — это все временные варианты. Хапнул землю, дом на 1000 квартир, там 20 паркомест, кое-как, куда попало, коммуникации не работают, подъехать невозможно, пожарка проехать не может. Ну вот и все. Занесли тендеры. Все у нас мэры городов — это просто супер богатые люди. Какие там бизнесмены вообще могут быть? Ну, кстати, еще самое позорное, когда вот эти вот подрядчики, которые из банды разных мэров выигрывают эти тендеры, они потом ходят, спонсируют многие из них там футбольные, баскетбольные клубы. И мне нравится выступать. Президент такого-то клуба, бизнесмен, такое-то имя, фамилия. Какой ты бизнесмен? Да любого поставь, когда тендер твой, да какой ты бизнесмен? Ты что, это выиграл честной конкуренции? Ты что-то уникальное создал? Ты как-то в чем-то соревновался с кем-то? Нет, ты просто приближенный к мэру. Все. Или приближенный к тому, кто близок к мэру. Это там такие цепочки, вы не представляете, нереальные просто. А еще печально, местные активисты везде сражаются, рассказывают, что вот тут на тендере украли, тут украли. Журналисты там, как дети маленькие, радуются. Так причина же-то не устранена. Это коррупция, это следствие, причина же-то не устраняется. А активисты хотят просто занять их место. И бывало такое, активисты становятся во власти или там бывшие журналисты. Наем, Лещенко, о чем там говорят такие фамилии. Все, один в Укрзалезнице, великий железнодорожник. В миллиардном госкорпорации, госпредприятии, которое давно надо приватизировать, уже тоже 100 раз рассказывал. Второе агентство какое-то там возглавил с бюджетом больше миллиарда гривен. Все. Уже все в Украине хорошо. Должности получили прекрасно. Так и активисты. Понимаете? Только человек с идеей, с философией, с идеологией. Совершенно не из этого кодла. И то, которое вам все правильно расскажет, покажет, докажет. Только за такого можно голосовать. Военный – это один критерий. Спортсмен хороший – это второй критерий. Второй вид деятельности. Еще там кто-то третий вид деятельности. Там комик или музыкант. А это совершенно другое. И оно между собой практически никак не связано. Делайте выводы. Подписывайтесь на канал. Лайк, колокольчик обязательно. Не забудьте про комментарии. Следующие видео на этой неделе будут еще более интересными, поэтому, кто новый на канале, обязательно подпишитесь, вы точно ничего не потеряете, только приобретете. Спасибо, пока!